Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хочу ответить на следующий вопрос. О дозволенности или запретности присвоения женщиной фамилии своего мужа. Споры и сомнения возникают из-за хадиса посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляма, который передает Саад, радиаллаху анху, где он говорит, что он слышал посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляма, где он говорит: «Ман иддаа иля гайри абихи, ва хуа яалам, аннаху гайру абихи, фальджаннату алейхи харам». Тот, кто утверждает, относит себя не к своему отцу, зная заведомо об этом, зная, что он его не отец, то для этого человека рай будет запретным. Хадис привел имам Аль-Бухари. В данном хадисе о ком идет речь? Речь идет о человеке, который обманывает общество, относя себя к чужому отцу, не своему отцу. То есть, когда он говорит, что я сын такого-то, когда он не является его сыном, или же я дочь там такого-то там и так далее. Что же касается женщин, которые взяли фамилии своих мужчин, своих мужей, то этим женщинам нет никакой необходимости сегодня менять эти фамилии и восстанавливать свою фамилию. Ибо эта женщина не имеет никакого отношения к тому человеку, о котором посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляма, в этом хадисе говорит. То есть она не скрывает имя своего отца, имени своего отца, она никого не обманывает, она просто тем самым приобретает новую принадлежность к новому роду, к новой фамилии в качестве их невесты, только лишь из этих соображений. Или же некоторые брали эти фамилии, просто не придавая никакого значения этому. То есть в этом ничего греховного нет. Этому свидетельствует случай во время пророка, саллиллаху алейхи ва саляма, то есть свидетельствует тому, что женщин всегда узнавали не только по принадлежности к ее своей фамилии, а по принадлежности к ее новой фамилии, новому роду, за представителя которого она вышла замуж. И когда посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляма, передали, что к нему просится некая Зайнаб, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляма, спросил: «Айю заяниби?» — какая из Зайнабов? Потому что Зайнабов было много. Ему ответили: «Имраату ибн Мас'уд», — женщина ибн Мас'удов, сказали ему. То есть она была невестой ибн Мас'удов. Поэтому, дорогие сестры, эти фамилии пусть вас не беспокоят. В этом ничего запретного, противоречащего нормам ислама нет. Валлаху та'аля а'лям.